Он нас не слышит. Ну, не больше, чем сделал твой дедушка для меня. Спасибо. Он хороший. Правда, такой хороший. Он именно такой, каким я всегда себе руки хочу. Спасибо тебе, доченька. Вам очень больно. Ну, не так уже. Да тем более, врачи сказали, что осталось мучиться 3-4 дня. Так что он только ты ему об этом не говори. Он этого не переживет. Я сделаю как все, как вы сказали. У меня получится, у меня же уже получилось. Хорошая девочка. Я не зря себя всегда хвалила. Я лучше. А ты все помнишь, где что лежит, где посуда, где белье, где деньги. Он же ничего не помнит. Okay.